Привет-привет, снова Бокер Плюс, и это новинки. Кстати, обратите внимание, новая оригинальная упаковка под названием Lancer 42 G10. Также есть в карбоне, обязательно совместимый покажем. И давайте посмотрим, что здесь по комплектации. Все понятно. Очень радует такой вот текстильный кейс или подсумок. Можно носить, крепить на палец, можно запирать вот в виде двух замков. Все это можно закрывать. То есть, если нож в машине возится или с собой носится, это очень и очень удобно. Стандартная документация на английском, на немецком языке, они абсолютно идентичны. Разнятся лишь по языку. И стандартный ключ для разборки ножа. Немножко пошумим. Ну, по сумочке все понятно. И давайте по ножу. Видим сторону из G10, оборотнее из нержавеющей стали, темлячное отверстие, клипса. Заднюю часть, ногтевой зацеп или подпальцевая выемка, и запирается все это дело фреймлоком. Серия ножей компактных, серж дизайн и маркировка стали в виде D2, спуски прямые, сведен на отлично. Аналогичная модель в накладке из карбона. И все точно так же. Сквозное темлячное отверстие, фреймлок и по извлечению абсолютно такое же. Компактные ножи для частой работы, ежедневного применения. И по характеристикам делаются они в Китае. Бренд, понятное дело, немецкий. Здесь также маркировка стали D2. Общая длина ножа 165 мм, клинок 70, 2,9 по обуху. Ну, видим по форме, это классический дроп поинт. Сложен в состоянии 95 D2, и ее твердость порядка 60. Ну, 58-60 будем говорить, поскольку у разных производителей немножко разнятся степень закалки. Вес компактного, практически незаметного на кармане ножа, это 75 грамм. Ну и накладка G10 и карбон фибер. Обработка клинка и там Stonewash или Grey Stonewash. Видим, как потертость видна. Всех благодарю за просмотр. Движемся дальше.